Правительство Таджикистана освободило китайскую компанию ТБА от уплаты НДС и таможенных пошлин на ввоз оборудования и технологий для добычи золота на двух месторождениях в Айнинском районе – Верхний Кумарк и Восточный Дуаба. Об этом пишет радио Азади. Сообщается, что были освобождены от налогообложения ввоз 615 видов оборудования, техники и другого имущества компании ТБА, в том числе легковые грузовые автомашины, трансформаторы и другое оборудование. Напомним, что власти Таджикистана методично и под различными предлогами не только передают иностранным компаниям, в частности китайским, богатые месторождения минеральных ресурсов страны, но и создают для них максимально комфортные условия, чего не делают для жителей страны. Режим Рахмона усложняет жизнь для простых жителей, повышает цены на коммунальные услуги и энергоресурсы, или вводя дополнительные налоги. 6, 6, так, например, с 1 сентября этого года в стране произошло очередное повышение цен на электроэнергию на 17%.